Инфляция в регионе в два раза ниже, чем в стране. Данные привели на областной трехсторонней комиссии при правительстве региона. При этом в губернии отмечают снижение доходов населения и, как следствие, потребительской активности. Средняя заработная плата составляет 29 700 рублей. Стабильными остаются бюджетная сфера. Труд педагогов, соцработников и врачей стал оцениваться выше на 3%, а также промышленность. Отмечу, что Самарская область входит в первую пятерку регионов ПФО по исполнению майских указов президента страны. Безработных с начала года стало меньше на 23%.